Почти 4 месяца работы. Общий объем заказа 1000 квадратных метров. Мало кто верил, что палевские мастера закончат роспись в срок, до Пасхи. Оказалось, что они шли с опережением графика. И еще на прошлой неделе начали разбирать строительные леса. В монастыре художники находились в полной изоляции. Впрочем, как и все насельники Жадовской обители, которые присутствовали сегодня на службе. Ощущением в храме стало намного уютнее и теплее. И в этом еще пахнущем краской великолепии служащие вспоминали последние дни земной жизни Иисуса Христа. Тайную вечерь, на которой Спаситель омыл ноги своим ученикам и даже Иуде, совершил первое причастие и дал самую главную заповедь всем людям. Заповедь Он дает новую, которая на человеку готова. Да любите друг друга, ибо... В ком любовь Божия, в том и я пребываю, а в ком нет любви, как сказал Он Господь, тот Бога даже не видел и далеко не пребывал. Поэтому, братья и сестры, будем вспоминать эту великую тайну вечер, чтобы пребывала в каждом из нас любовь Господа, Бога, Отца и Сына и Святого Духа во всех нас. Всех праздников. Спасибо, Иисус. Также на богослужении священники сугубо помолились об избавлении всех людей от поветрия, которое ныне явилось в виде коронавируса. Впереди у православных самые строгие и самые горестные дни Великого Поста и всей Страстной Седмицы. В пятницу церковь будет вспоминать суд над Иисусом Христом, его распятие и земную смерть. В субботу – погребение, а в ночь субботы на воскресенье все православные священники воскликнут «Христос воскресе!». Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии. Специально для Управдома. ТВ.